того, чтобы поддерживать такое количество людей в зале. Здрасте. Здравствуйте, Дима. Однако вы маленький для танцовщика балета. Ну, это вам так кажется. Да? Ну что, ну какой же маленький. Давайте, пойте. Чи знаєш ти, як сильно в душу б'є безжальний дощ? Так ніби він завжди чекав лише мене. А як були постійний спокій нашого вікна, вічно далекий, як і ти, улюблений мене. Така, як ти, буває раз на все життя, літає з неба. Така, як ти, один лиш раз на все життя, не вистачає каяття. Коли без тебе я, понравилось. Молодец, умница. Дмитрий, я озвучу свои опасения. Я переживаю о том, что у вас всегда будет бороться танцор и певец. Ну, по крайней мере, я очень постараюсь, чтобы вы больше этого не видели. На сегодня переспорил певец. Да. Нет, нет, Дима, пусть вас спорят певец и танцор. Кто кого переспорит. Спасибо. Вы очень гармонично сложены. Прекрасно все это получилось у вас. Ладно, складно, точно, ритмично. Ну, действительно, как у профессионального танцовщика. Голос красивый, интересный. Вы мне нравитесь. Я говорю «да». Спасибо. Дима. Мне здесь, ты на сцене, когда співаешь, дуже... не впевнений в себе почуваєш. Ти якийсь закритий на сцені. Коли танцюєш, ти відкритий. А коли співаєш, ти напружений, тому що це менш твоє середовище, ніж танцювальне. І я думаю, що те, що я побачив, спонукає мене все-таки сказати тобі «ні». Да, Дмитрій, шоу-бізнес знає, звісно, приклади успішних поющих танцоров, например, Квест Пистолс, небезызвестный. Но в нашем шоу нужно петь вживую, да, тебе придется соревноваться с реально сильными вокалистами. Справишься ли ты, будешь ли ты одним из сильнейших? Сможешь ли ты блистать своим вокалом? А я думаю, нет. Ну, может быть, все-таки вы дадите мне этот шанс попробовать. Я уверен, что блистать ты не будешь. Ну, будешь петь на уровне. Такое тоже иногда случается. Проходишь дальше, да. У тебя три такта, ты идешь далее. Спасибо вам. Сейчас у меня очень большой выброс такого адреналина после сценического, и по-другому, ну, взять себя в руки очень трудно. Я понимаю, может быть, я чем-то вас и раздражаю сейчас, но это не из-за того, что мне так хочется. А, с телезрителем. Не, я очень рад, честно, клянусь. Мне хочется подбежать, вас расцеловать.